Всем доброе утро из вторника. А мы на морском пляже. Еще центр Батуми. Пришли купаться в море. Девочки нашли медузу. Маленькую, первую. Пока вроде нет больше. Аня, пожалуйста, зайди в воду. Молодец, зайди в воду. Колючая? Да, большой минус здесь, конечно, вот эти камушки. Ну, если рассматривать это как массажер ног, то нормально. Море теплое, море чистое, море спокойное, охлаждающее его. Мы арендовали 4 лежака и 2 зонтика. И сейчас будем наслаждался морем. Дарья, возвращайся. Аня купается, если что. Просто всегда на видео она почему-то долго не может зайти долго в воду. Аня, люди ждут. Люди ждут. Чтоб ты окунулась. Давай, окунайся. Давай, так раз и поплыла. Ура! Ура! Ань, теплая вода? Папа Вова. Мы живем вот за вот этими домами. Так, планы на сегодня у нас купаемся максимально на море. Потом идем отдыхаем. Идем на ужин и на канатную дорогу. Завтра у нас среда, делаем ПЦР на третий день. И четверг у нас экскурсия будет в пещеры, в каньон и еще какое-то третье место. Сегодня максимум на море. Если верить прогнозу, завтра у нас дождь, а сегодня целый день солнце. Поэтому мы решили сегодня целый день на пляже. Такая штука покататься стоит 800 гривен на наши деньги. Это очень недорого, потому что в Кирилловке 1500 было. Мы зашли в местный супермаркет купить их сладости. Смотрите. Да я возьму. Дайте я сниму. Это по цене, посмотрим. Боже, какая красота. Смотрите, какие тортики. Это можно умереть. Мы начинаем... Что это за палочки там? Где? Какие палочки? А, это сыр, сыр, да. 7,80. Ну вот, например, на наши деньги это 24 гривны кусочек торта плюс-минус. 16 гривен кусочек торта. Ну, торта, да, торта. Дойца, покажи, что тебе купили. Ничего не купили. Ничего не купили? Тебя обижают здесь? Пока что ничего не купили. Ты обижена? Ты обижена, Дойца? Нет. А, о! Попробовать, да? Мы хотели попробовать. О, да, терминалом. Терминал давай. Мы хотели попробовать. Да. Сейчас посмотрим, как оно конвертирует. Смотри,
смотрите, что хотела еще вам показать. Помимо того, что они везде вешают белье, то вот так я еще не видела. Вы видели? Вот так взяли и вывесили белье. Чтоб все шли и смотрели, у кого какое. Нижнее белье, верхнее белье. В общем, лайфхак. Берите на заметку. Еще мне очень понравились вот эти деревья. Не помню, как называются, но они, короче, гладкий ствол. Такое впечатление, что их специально, принудительно взяли и обшкребли. Гляньте, как красиво. Как дубы наши, только с идеально гладким стволом. Но они везде растут.